Больную коронавирусом Риту Дакоту экстренно госпитализировали. Недавно певица призналась, что больна коронавирусом. Артистка старается делиться подробностями своего состояния с поклонниками, которые верят в ее скорое выздоровление. Однако исполнительнице хита «Косуха» сегодня стало хуже. 30-летняя Рита Дакота сообщила тревожную новость. Она госпитализирована из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через 10 дней после первого положительного теста на COVID-19. Обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови. Срочно увезли меня на скорой с мигалками. Никогда так не ездила. Ощущения ужасные. Надеюсь на лучшее и нос не вешаю. Я в доверии к Богу. Значит, так надо для меня. Берегите себя, ребят. К слову, Рита переносила COVID-19 в легкой форме, поэтому чувствовала себя нормально и могла спокойно вести онлайн-активность. Тем не менее, ее беспокоили неприятные симптомы. Вот что она рассказывала. По состоянию довольно сносно, но болезнь, конечно, ощущается. Обоняние так и не вернулось. Слабость и башка дурная. Легкий кашель, температура 37,5, пока выше не поднималась. Но это самое мерзкое. К счастью, родственникам исполнительницы удалось избежать заражения. Они принимают необходимые препараты для профилактики болезни. Пожелаем скорейшего выздоровления Рите Дакоте и ставь лайк этому видео.